подозреваю меня. Мы согласны в этой части. По поводу суммы залога, мы просили большую сумму залога, но суд принял такое решение, что на данный момент там. Да, считаем, что решение в части избрания меры пресечения есть законным, есть обоснованным. Так было полностью доказано, что подозрение у нас является обоснованным. Есть риски, предусмотренные статьей 177 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ну, да, сторона защиты говорит, что это все необоснованно, что у нас нет доказательств, но сами понимаете, что эта позиция защиты, это их способ, собственно, защиты, их нельзя за это ни в коем случае обвинять. Но просто сказать, что у прокуратуры все доказательства сфальсифицированы, это, конечно, не повод отказывать в нашем ходатайстве и избирать другую меру пресечения, к примеру. Поэтому, да, считаем, что решение суда есть обоснованное в этой части.